Добрый вечер, еще раз всем привет. Я уже дома, практически в пижаме, но я вот читаю ваши комментарии, думаю, наверное, на них лучше ответить сейчас, чтобы завтра просто сэкономить время. Новенькие, кто недавно добавился на наш канал, смотрите, я обрабатываю в день по 5 сообщений. Что значит обрабатываю? Это значит с того момента, как я ваше сообщение открыла, до того момента, когда мы все выбрали, и я отнесла вашу посылку на почту. Чтобы не запутаться, потому что идет очень большой поток сообщений, поэтому я беру всегда 5, максимум 6. И тогда мы выбираем. Теперь есть интернет-магазин, что, по идее, должен этот процесс, честно говоря, ускорить. Не бойтесь оставлять свои заказы в интернет-магазине, заказывайте там. Если вы видите некоторые вещи, которых вы найти не можете в интернет-магазине, не стесняйтесь, WhatsApp на мой номер стоит в описании канала, а также я его и проговариваю, и показываю. Если кто-то, потому что я тоже новый человек в YouTube, если кто-то найти это не может, если кто-то не знает, как это, где это описание канала, пишите в комментариях под видео, я каждому отдельно из вас отвечу. И вот смотрите, вот что касается, например, ведьмочек, их очень много у нас, действительно очень много. Поэтому делайте скриншоты, каких ведьм вы видите у меня. Я делаю специальный обзор, потому что вот есть интернет-магазин, да, и там вы видите только фотографии. Чтобы вам было проще определиться, так как я понимаю, вы так далеко от нас, чтобы было проще определиться, поэтому я делаю очень часто обзоры. Последняя коллекция, которая пришла, это новая коллекция, она, конечно, очень большая. Там 18 сортов и разные цвета. И вот, как я всегда говорю, ведьма может быть одного сорта, например, да, а лица у них разные. Поэтому делайте скриншоты, какая на вас посмотрела, та и ваша ведьма. Вот смотрите, то, что вы там не найдете, отправляйте мне скриншотами на WhatsApp. То есть сразу вот хочу то, то, это и вот это. Если у вас просто есть какие-то вопросы, вы что-то хотите спросить, не стесняйтесь, звоните. Что касается черного турмалина, вот такие браслеты. Я продаю, они есть тоже в интернет-магазине, это граненые. Вот все, что граненое, оно блестит. Вот сейчас покажу, кстати, очень аккуратно нужно их снимать, вот так вот катить. Вот может так видно, да? Или вот так. Посмотрите. Это большой, который стоит 35. Это сейчас просто для примера. Я вообще хотела только организационные моменты с вами обсудить. А это тот, который стоит 29. Колье, которое на мне, стоит 265, это все серебро. Его можно тоже регулировать. Оно может быть и вот таким длинным, и вот таким коротким. Кстати, не собиралась в нем ходить, но как-то вот у меня не отпускает турмалин. У меня, кстати, турмалина, мне его вот все время мало. Я бы еще больше его, наверное, на себя одела. Все, в общем, это заказывайте, просматривайте ролики. Кто хочет, заходите в Инстаграм, заходите в Фейсбук, но там все касается только Матильды и других предметов интерьера, потому что, напоминаю, этот канал, он изначально был создан с целью продажи ведьм, обзора ведьм и плюс также экскурсии, ну, в общем, всего того, чем мы занимаемся. Мне немножко нужно еще будет разобраться с Ютубом и... Может, у кого-то из вас уже есть такой опыт, отпишитесь, почему-то у меня не получается лайв-видео. То есть я бы с радостью, например, выбирала бы 2 раза в неделю время и отвечала бы на ваши вопросы лайв, онлайн. Я не знаю, как это еще по-русски назвать. Ну, в общем, стримите в прямом эфире, чтобы можно было общаться, кого что интересует. Я, в принципе, по очереди читаю ваши комментарии. Самые частые комментарии, наверное, как найти интернет-магазин. Интернет-магазин для ведьм. Вот опять-таки еще идут сообщения дальше. Класс. Это хорошо, когда сообщения идут. Было бы хуже, если бы они не шли. Интернет-магазин, вот который ведьминский, он называется так же, как и этот канал. А тот интернет-магазин, в котором Матильда и все остальные вещи, он называется так, как наш магазин Trends on Troima. Но если вам что-то интересно из магазина Trends on Troima, пишите просто. Пишите мне в WhatsApp. Я, как я уже сказала, я обрабатываю в день по 5, максимум 6 сообщений. Вот сегодня
я не помню, что у меня там, 7 коробок, по-моему, которые завтра пойдут на почту, но там для одного человека 2, потому что очень объемный заказ, это по Германии пойдет. Там и порцеляновые чашки новые от Матильды М, там такие вот порцеляновые, как это называется, таблет, ну, вот такая как тарелочка, как поднос, ну поднос даже это не назовешь, это больше такая порцеляновая тарелка, котики, которые пахнут, котик в виде копилки, там новогодние всякие вещи, ну в общем это красивый, очень красивый набор, но в один картон не поместился. Что касается России, новички, Россия, Беларусь, Украина, Татарстан, Якутия, в принципе, тоже. Смотрите, вот ваши посылки, да, посылка, которая весит больше 2 килограмм, это уже автоматически вы оплачиваете пересылку до 5 килограмм. То есть вот если ваша посылка до 2 килограмм, то можно ее тоже отправить за 34 евро, тогда у вас есть... Вот от 0 до 5 килограмм, чтобы вас сейчас не запутать, новичков. От 0 до 5 килограмм посылка стоит 34 евро. Каждому, вот когда я пошла на почту, отдала ваши посылки, что потом происходит? Каждому из вас лично отправляю сообщение. То есть вы еще плюс смотрите видео, как ваша посылка уходила, и плюс у вас в личном сообщении, потому как я никогда не называю имена, кто написал, кто позвонил, кто заказал, потому что тоже очень много и практиков, и обычных людей заказывают, но тем не менее, даже вот если это практики, то я не называю никогда имена, я просто говорю, вот посылка в Москву, там посылка в Беларусь и так далее. Смотрите, вот от 0 до 5 килограмм стоит 34 евро, и это можно прослеживать. То есть вы видите, где ваша посылка. Пока она находится на территории Евросоюза, вы смотрите в DHL. Но я это все всегда на каждом видео говорю. А когда она вышла, например, уже в России, то вы смотрите с этим же номером по почте России. Потом, что я еще хотела сказать. Бывают такие маленькие посылки, те, которые до 2 килограмм. Их можно отправить за 34 евро, тогда вы можете наблюдать за этой посылкой. Либо их можно отправить за 16, либо 18, либо 19 евро. Я не знаю, мы все это просчитали, это все четко стоит в интернет-магазине. Только вот знаете, в чем беда? В том, что вы тогда это не можете прослеживать. То есть через 2 недели вы начинаете ходить на почту и их там нервировать, если вам не повезет, и искать свою посылку. Вот у нас уже получилась такая ситуация, сколько мы отправляли, все везде доходило, мы даже экспериментом такой маленький конверт, по-моему, за 10 евро отправили, все дошло. Но одна посылка у нас потерялась. И вот мы вот наблюдаем, и я, и человек, который заказал, мы понимаем, что мы ее, в принципе, найти, наверное, не найдем. Такое бывает нечасто, они застрахованы. Но, если я правильно поняла, то та, которая за 16-18 евро отправляется, нет. Поэтому вы решайте сами, это ваш товар. В интернет-магазине каждую ведьмочку пришлось мне описывать, там, сколько она грамм весит. Почему? Чтобы мог примерно посчитать интернет-магазин сам, какую цену вы будете платить за пересылку. Но вот в чем проблема. Вот новые ведьмы, такие вот все нарядные, разнарядные, которых вот сегодня показывала Сура и Яна, вот эти вот новые ведьмы, они, казалось бы, ничего не весят, они очень легкие, но эти ведьмы, они очень длинные. А вот эти посылки, которые стоят там до 20 евро пересылка, я не помню, просто там еще идет таможенный сбор, там есть какие-то 16, какие-то 18, какие-то 19. Сам факт того, что вот эта вот посылка, которая меньше стоит, вы платите за пересылку, она еще идет и ограниченная по размеру. А следовательно, у меня к вам убедительная просьба, когда вы в интернет-магазине заказываете одну ведьму такую, вторую такую, третью вот такую, даже если она ничего не весит, ставьте, пожалуйста, изначально пересылка 34 или... Я не помню просто сколько там, потому что, не знаю, нужно посмотреть. Вот раньше было 34, потому что у нас разные там были таблицы, плюс вот этот таможенный сбор, плюс. Я знаю, что цены немножко отличаются на пару евро. Но тем не менее, вот примерно то, что там стоит до 5 килограмм. Вот и выбирайте, пожалуйста, до 5. Почему? Потому что если кто-то заказывает что-то вот такое вот маленькое в размере конверта, то тогда это еще дешевле. Это самая мелкая пересылка, самая дешевая пересылка, потому что пакет маленький. Но если вы вдруг
закажете и подумаете, да ну она там ничего не весит, отправит мне Галина это и за 10 евро. Мне придется это все равно вручную изменять, и вам придется все равно полную стоимость за это платить. Просто я вот немножко была в замешательстве, думаю, такие большие ведьмы, а они настолько легкие, там только голова, только руки, а все остальное, туловище, оно ничего не весит. Поэтому будьте осторожны. Я лично, мой совет вам, лично моя рекомендация, если вы что-то заказываете, заказывайте это и оплачивайте таким образом, чтобы был этот пересылочный номер. То есть цена за такую посылку там будет около 34 или 39, я не помню, сколько это уже. Честно вам скажу, не помню. Смотрите в интернет-магазине. А, так, Алина. Так классно, я делаю для вас видео, и параллельно приходят вопросы. Как вам оплатить? Вам можно оплатить в рублях? Нет, мне в рублях оплатить нельзя. Что касается оплаты, прям на ментале друг с другом общаемся. Смотрите, что касается оплаты. Вы отправляете на мою немецкую карту. Если вы сейчас скажете, я не могу со своей рублевой карты отправить тебе деньги на твою немецкую карту, а этого PayPal у нас нет, либо из-за санкций он заблокирован, у нас одна из подписчиц отправила деньги с компьютера на мою карту, при этом сама пользуясь приложением Western Union. Если вы идете на почту и отправляете мне деньги по Western Union, вы платите за это дополнительно какие-то как-то комиссию. А если вы онлайн это делаете, то деньги я получаю мгновенно, и вы при этом не платите комиссию. Это все стоит в описании канала. Не бойтесь интернет-магазина, потому что многие почему-то его боятся. Что бы вы там ни сделали, мы это все как бы можем еще откорректировать. И если такая возможность есть, Юля, если ты меня смотришь, могла ли ты в комментариях написать, как ты это точно сделала? Как ты сделала перевод, который мне пришел мгновенно, при этом для тебя без комиссии? Вот ты мне тогда по телефону объяснила, что это... Я просто не хочу фамилию называть. Вот, но она знает, о ком речь, да? Вот ты была одна из первых, кто это нашел, кто догадался сделать вот такой Western Union просто онлайн, при этом без комиссии, и при этом вот деньги были сразу, соответственно, когда у меня ваша оплата сразу приходит, тем же быстрее уходит ваша посылка. Потому что посылки некоторые приходят через 10 дней, но в основном это Россия, например, в основном они идут 15-16 дней. Причем иногда, конечно, если они большие, то это 100% 16 дней, маленькие, ну 10-12 дней. Так. Опять вопросы пишут. Опять-таки оплата. Оплата, я уже сказала, да, то есть либо PayPal, либо вы просто идете в банк и говорите, вот на этот расчетный счет мне нужно положить деньги, либо вы сами это делаете с компьютера, это можно делать, уже другие так делали. Это все, кстати, стоит в описании магазина, как я уже и говорила. То есть пробуйте. Пробуйте, да получится. И у меня к вам еще такая просьба, даже когда вы заказываете в интернет-магазине, это мне облегчает работу, потому что я просто ваш номер, я ваш адрес тогда не рукой пишу, а распечатываю. Это для меня, конечно, проще и быстрее. И второе еще, мне тогда не нужно сидеть и писать все эти счета. А это, конечно, очень-очень экономит мое время, потому что я очень люблю декорировать, я люблю делать обзор товара, обзор турмалина, ведьм, всего остального. Но вот когда дело доходит до инвентаризации, написания счетов, это для меня всегда такая какая-то скучная, утомительная работа. Поэтому, чтобы я не сидела, не писала эти расчетные счета, они у нас должны быть. Старайтесь больше заказывать в интернет-магазине. И опять-таки повторюсь уже 20-й просто раз. Если там чего-то нет или что-то непонятно, пишите. Я могу всегда откорректировать этот счет. Например, там кто-то захочет мыло, либо там кто-то захочет какую-то табличку там или какое-то полотенце. Я все это могу потом туда добавить. Оплата... у нас же, смотрите, отправляют совершенно с разных... ну, понятное дело, Израиль, там Америка, Европа. У них, мы здесь связаны PayPal, это очень для нас легко, но что вас касается, либо напрямую, либо через Western Union приложение, тогда это без комиссии. Мне кажется, я это уже 5 раз повторила,
Ну, надеюсь, это доступно. Так, что у меня еще спрашивали? Какие у вас есть камни? На данный момент есть черный турмалин, потому что это Мерседес в магии. Это очень сильный оберег. Он восполняет пробелы в вашей ауре. Он имеет успокаивающее лечебное свойство. От него тоже нужно периодически отдыхать. То есть иногда его нужно снимать, ополаскивать, чтобы он отдохнул от вас, вы от него. Он отталкивает весь негатив. Потом, что у нас еще есть? Так, это сейчас немножко пентаграмма. У меня часто... Ой, запуталась. Простите. Слушайте, наверное, не найду я сегодня пентаграмму. Пентаграммы, они тоже есть, но на данный момент в нормальном количестве для интернет-магазина они есть только как бижутерия. Вот эти серебряные пентаграммы, они придут. Которые на шнурке, просто вот пентаграммы, это еще придет. Другая пентаграмма, которая вот с иероглифами, там немножко сложнее, это примерно в январе. Вот такие серебряные, они придут раньше, эти пентаграммы. Потом, что у нас еще придет? У нас в конце октября придут травы, из которых я буду делать такие вот скруточки, венички для чистки помещения, то есть... Понятное дело, мы делаем влажную уборку, мы там пылесосим, посуду моем и так далее. Вот то же самое нужно делать с воздухом в доме, где вы живете, да? То есть это то, чего не видно. Это тоже нужно проводить регулярные очистки, потому что либо к вам кто-то в гости пришел в плохом настроении, либо человек негативный, либо вы откуда-то пришли и что-то принесли с собой. Это также нужно очистить, вот так же, как и обувь. Вы зашли с улицы, обувь нужно помыть, правильно? Вот так вот и вы пришли в дом, атмосферу эту тоже нужно почистить. Это все будет, травы будут. Сейчас вот что уже есть, что мы получили поставку, это ведьмы, это пентаграммы, которые бижутерия. Я просто не хочу сейчас путаться в ценах, какие-то цены называть. Заходите в интернет-магазин www.galina-star.shop и смотрите все, что там есть. Что у нас еще новенькое добавилось среди камней? Это камень ангелит. Но камень ангелит это тоже очень интересная у него такая структура. Он вроде бы, вот казалось бы, массивный, да, бусы я вчера показывала на видео. Но вы знаете, я немножко сегодня общалась с Региной, но скажу вам честно, недолго. Регина это наш ювелир. И Регина сказала, предупреди обязательно своих подписчиков, что турмалин, например, имеет плотность 7, а ангелит 3 либо 3,5, то есть камень по себе очень хрупкий. И если от турмалина нужно периодически отдыхать, то от ангелита нужен ангелит нельзя постоянно носить и в нем спать. Вот как ни странно, да, такой добрый, нежный камень, который восстанавливает связь, улучшает, укрепляет связь с ангелом-хранителем, но тем не менее спать в нем нельзя. То есть вы его надели, прошлись где-то, и положили. Кстати, иногда достаточно даже одного шарика. Но кто хочет себе браслет, либо бусы, обращайтесь. Но мне почему-то кажется, что вот хватило бы даже какого-то браслета с несколькими шариками. Потому как у нас-то уже турмалин тоже есть еще в арсенале, правильно? Так, что у меня еще спрашивали? Свечи. Что у меня есть на данный момент? У меня есть вот такие большие свечи, но мне нужно будет их замерить. Настоящие, восковые, церковные. Те, которые делают вот в монастырях ручная работа. Эти свечи у меня есть. Потом у меня девчонки, ведьмочки спрашивали черные свечи. Да? Рассказываю, кто не знает, черные свечи используются либо для чисток и снятий всего плохого, либо для связи с потусторонним миром. Да? Вот черные свечи для практиков, их еще нет. Есть только восковые из натурального воска, церковные. Это у меня здесь есть. Пентаграммки вот такие маленькие-маленькие, малюпусенькие, они тоже есть. Я покажу их еще раз завтра, поставлю тоже их в интернет-магазин. Ведьмы, пентаграммы, турмалин, ангелит, травы. Я сказала, что в конце октября придут, середина, конец октября. Что еще? Ну, мне кажется, вроде бы все. Что касается ассортимента этого магазина ведьминского, конечно, он всегда будет обновляться. Конечно, без этого никак. Вот я вчера делала обзор ведьмы, я вам написала, что первые 10 человек, которые закажут вот эти вот ведьмы, которые новые сейчас пришли, они получат также в подарок
такие подвесные часы. Я там еще шутила на тему «Ведьма не стареет». Я вроде бы пока ответила на все вопросы. Идите в интернет-магазин, смотрите и параллельно пишите мне в WhatsApp, и я буду отвечать. Чем раньше напишите, чем раньше мне покажете свои желания, тем раньше станете на эту очередь, которую я обрабатываю. Пожалуйста, спешите, потому что у нас конец ноября, начало декабря. Это такой здесь период, Рождество, когда почта просто переполнена. Вот желательно бы до этого момента большую часть посылок вам отправить. Потому что это как раз то время, когда вот такой идет поток просто посылок на Рождество, подарков и всего остального, что эти пакеты, они на почте летают. Я, честно вам скажу, вообще не люблю в это время кому-либо что отправлять. Но у нас здесь ситуация немножко другая. Вы все практически очень далеко. Кто-то, кстати, приедет из Германии, из русских ведьмочек. Кто-то приедет в начале ноября и зайдет ко мне тоже в Гослар. Рада, буду вас встретить. С вами кофе, может быть, даже вырвусь, попью. В общем, пока, мне кажется, я уже рассказала все. Завтра открываю следующие 5 сообщений и начинаю со следующими уже работать. Ну и также параллельно делать обзоры всего товара. Пишите в комментариях, что вам интересно. Было ли вам достаточно обзора Матильды, либо я должна еще больше показать мыло. Вот, кстати, у меня уже есть просьба показать эту керамику. Я все это сделаю. Кто еще хочет поговорить об аромамаслах, электрических диффузорах? Кто о ведьмах, понятно, ведьмы, они все равно никуда не денутся с этого канала. Кого интересует 100% хлопок, текстиль в этом французском стиле с цветочками и рюшечками? Кого интересует Новый год? Пишите, пишите, предлагайте темы. Ну так просто вы все равно от меня не избавитесь. Но тем не менее, когда вы темы предлагаете, я тогда уже, знаете, ставлю на план. Вот сегодня я, например, не успела сделать обзор аксессуаров для ванной комнаты французских. Я это обязательно постараюсь сделать завтра, после того, как я отправлю посылки. Всем спасибо за внимание. Всех целую, обнимаю. Пока!